друзья собрались опять на рыбалку. Он взял такой коврик сегодня. Майдан не влазит в палатку. Сейчас мы поедем на дальний кордон. В Норвегию сегодня поедем. А чего? Да вон этот сюда появился. Ехал сюда. Давай, подожди. Че появился? А, это партия ЛДПР. Друзья, приветствуют вас. Всем привет. О. Давай, опять все по старой схеме. Правильно, в 10 утра все сухая, а ты приехал в 9. Так. Че толку туда ехать? Вообще на рыбалку я не знаю. Да. Да? Сыграли же второго. Так а толку-то что это менять? Так а что менять? Я же 15 минут 9 дома был. Я сижу 45 минут, просто жду тебя, с угла в угол хожу. Разбили дорогу вообще. А? Да. О, здесь проедет легковуха. А вот тут замет, и тут тоже пролететь-то пролетит. Но вот здесь, вот смотри, она уже не проедет, наверное, да? Смотри, вот это такое место. О! Это черная полоса, да? Кто-то может как-то проехал так или что это, я не знаю. Какое впечатление, как будто она. А то какая-то грязь, что ли, там? У кого-то сыпалось, может, что-то такое, да? Что только сыпалось. Как будто пила эта проехала, знаешь, как у моего бати, знаешь, пила. И из-под нее там. Вот это гиблое место, где мы едем сейчас. Но народ есть немножко, правда. Рублёва у нас называется, Рублёва. Вот сюда налево. Налево. Сюда? Хуя. Сюда. Сюда едем прямо. Вот сюда вот заедем. Вам мужик нахуяли. Еще целое. Так, подожди. Вот туда встань, вот так. Вот туда заедем. Куда, берег? Вот сюда вот заедем. Блять, там не провалим село на что? Нет, мелко. Стой! Куда ты выворачиваешься? Стой. Туда немножко. Чтоб заветил. О, мужик наловил там.
целом. Приятно. О, нифига. Пошла массовка. Я еще пока палатку поставил. Это такая маленькая? Да, вот она. Всего. Ну это уже к ней аксессуары. Вот это вот. Я там накупал губочку. Вот она. Всего такая сонька. Пачка сигарет столько стоит. О, Андрюха корешку поймал. Ну-ка где покажи. А, маленькая. Но не однажды вага, да? Все хорошо. О, вот так вот, друзья, просверлился, я палатку поставил. И сейчас посмотрим. Свеженьких опарышей насадил. Что тут есть в потайном месте? Это, Андрюха, какое место? Потайное, да? Секретное место, да? Короче, сейчас мы, друзья, ловим вообще отдельно от всех в секретном месте. Я даже острова боюсь вам показывать. То завтра приедет полгорода Кими сюда и всю рыбу выловит. И что нам потом с Андрюхой останется, да, Андрюха? Сейчас даже не буду... Буду сразу рыбу прятать на самое дно Майдана и закладывать всем подряд там, чтобы не видно было. Корюшка, друзья, клюнула. Вот такая. На желтую липку главное, на здоровую. Отлично. Они у меня снимаются в видео, рыба. Вот это, кстати, подводная. Но. О, корюшбанчик, да, такой. Средненький, жарибельный, скажем. Что нашел, Андрюха, крота? Вон, друзья, Андрюха убил крота. Напишите в комментариях. Живодер он, нет? Помер? Рядом у Олега с лункой. Надо на крючок его насадить, слышь? Крота. Крот. Тут я понятия не имею, откуда здесь крот нас. Откуда, друзья, в море крот взялся? Вот напишите в комментариях, я вот понять не могу. Нос-то у него длинный, смотрите, видите? Крота. Улет какой, да? Здоровенный. Нифига. Там, кстати, меньше лет. Ну вот в этот. На рублево. Ну, маленькая попалась. Лариска. Вода убывает. Корюшочек. Я там питон, питон, я еще рыбачу. Я посмотрю, что нова годная.
Навага, да, не стал останавливаться. Ну, потому что поговорил с Дмитрием сейчас. Батя, блин, на машине. То есть ты неделю назад уже сюда на машине ездил, да? На машине. Они на машине. А, они, ну, на этой Ниве, да? Да, они первые сюда пробили. Ибо поклевали, да? Да. Тишина вообще. Гриха тут тоже наводили. Кабанчиков. Крот надо на крота ловить, наверное, да? Крот, куда тут взялся крот? Огородов тут вроде нет у нас. По снегу, а тут зимой крот. Не знаю, да. Друзья, перешел на другую лунку вот сюда вот. Смотри, какого девика поймал, бичка. Ух. Красавец какой клюнул. Ух. Крылья какие, да? Как у птицы. Он еще навашку поймал одну. Андрюха, он собрался переезжать. А я на этом месте вроде поклевывать потихонечку. Посижу еще пока. Холодный, конечно, не прогрелся. Сколько ты тут час целый навагу душил, так? Остыл? Остыл двигатель, час целый ты тут навагу душил. Клювает, клювает. Но брать не хочет. Вон он леску водит туда-сюда. О! Маленькую отпустим, да, ребята? Нахер она нужна нам, пускай плавает. Лишь бы по новой не клюнуло. Корюшка? Есть в Майдане. Да? Вот. Только кидай. Да нету ничего что-то. Так все, вода сухая. Перестала вообще. Нихуя не было, нихуя не стало. Так мы недавно приехали. А ты куда? Сюда. Не проедешь? Куда? Чего не проеду? Дорога хреновая, смотри, какой снег идет. Метель. Да ну нахуй, на это я проеду, я в Целиге здесь еду. Просто здесь ты как проехал сюда, нормально? Я ж по колене ехал. Нахуй мне это колено. А, ты в Целик прям едешь? Конечно. Ага, нифига. У тебя передний же привод, да? Полный. А, у тебя полный? Ну,
так тогда, конечно, что. Впереди тут два колеса, и тут еще два в кабине сидят. Ну так тогда, елки. Андрюха, то только что уехал сейчас туда на Рублево. Попался тебе, наверное? Ну на этой на собаке. Пена не на Андрюха, только что вот только сейчас отсюда уехал. Ну так потому что перестало, да. А не было нифига тут. Да мы только приехали, считай. Пару корюхов я поймал и десяток наважил. А с кем? С Олегом. Сейчас, друзья, сниму палатку, короче, что-то нифига не ловится. Поедем сейчас обратно вот туда вот. Вот в ту сторону. Там мужики сидят на рублиху в аквариум этот. Может там что половится. Вода встала, все. Не хочет рыба ловиться. Сейчас сниму палатку. Короче, поедем. Переехали в другое место. Поймал? Да, вон. Что такая? Наважка, да. Видишь, у тебя поглубже чуть-чуть, здесь как раз самое то. Молодец. Или здесь помельче. Пока не ходи. Сейчас, наверное, просверлюсь у тебя там, да? На новой лунке, да, Олег? Ну, мелкая, но... Где ты пойдешь? Мелкая. Будем мелкую брать тоже. На котлеты. Это да, уже зверь хороший. Алло. Хороший. Хороший, хороший. Молодец. По сравнению с этими маленькими. Сейчас, может, мне подойдет такая. А быстрее ловить. Я на поддев поймал. О. Хороший уже. Еще одна. Что, поклевывает? Поклевывает. Вот. Я вижу, три штучки еще поймал, да? Я в пакет уже убрал. Вот сейчас
4 свежих. А, ну и хорошо. Решили, ребята, перекусить. О, по гусиному яйцу сейчас с Олегом съедим, да? Напорол ты тут немало. Уже это там что убрал, да? Что ты говоришь? Я говорю, по гусиному яйцу сейчас съедим. Яйцо, ты уже съел? Я уже съел яйцо. Нифига, гусиное яйцо проглотил. Ладно, сейчас перекусим. Может, вода заприбудет получше и будет ловиться. О, Олег поймал тоже такую ничешную, да? О, блин, смотри, мне клюнуло. Нифига себе. Дела. Мелочь, но приятно. Мелкая, но покрупнее подойдет, да? Че, подошла? О. Леску водит только по лунке и не хочет хватать. Жора, нету рыбы. Приходится измором ловить его. Зараза, как тебя выловить-то? Сколько, Олег, десятка мороз был, да? 11 градусов, 12 было утром. Ну да. Сейчас туда перейду, там клюет хоть. Двух поймал. Здесь немножко помельче. Риска. Thank you.
поддев. Вот это кадр получился. О, леску вывел. Вон, друзья, трещина идет. Видите, как она? То есть вода прибывает, убывает, и лед ломается. Вот она, трещина пошла. По трещине лучше ловить. Видите, вот поймал сейчас наважину. Сейчас оттуда перешел на эту лунку и сразу взяла. Сейчас еще половим здесь. Еще один такой ничего экземпляр с этой лунки. Вот трещина как раз рядом. Все домой едут уже. С Шуи, наверное, с заливов, с Шуи оттуда летят. Под Конева. Но это помельче. Все равно пойдет. Потянет на котлеты. Навага, друзья, диетическая рыба. Что полезно. Кто не знает, диетическая рыбка. Вот, друзья, короче, подошла к концу наша рыбалка. Он, Олег, уже переоделся. Готов. Ну, вон что я тут наловил здесь, с этой лунки. Там еще, где мы были, тоже немножко поймал. И здесь щука. Вот такие хоть навашки, они радуют. Покрупнее, чем эта мелочь. Так что, друзья, всем пока. Вступайте в группу. Ссылки будут в описании на две группы. Там конкурс сейчас идет. Удочка разыгрывается, блесна и леска. Поймал. А вот Олег тоже наловил. Видишь, сколько? Сколько у тебя? Ну, килограмма два будет. Ну, два, три, может, даже три, наверное. Трешечки. Во. Брал, короче, свою рыбу. Во. Тоже. Не густо, но и не пусто, друзья. Чуть поменьше, чем у Олега, ну, хватит. Все, посидели. Сколько времени-то? Пол второго, да? А, в 2 часа ты говорил. Короче, 2 часа времени, друзья, это самое. И приехали мы в 9, наверное, сюда.
Ну, немного половили, вода не ладит сейчас еще. Ну, начинает с утра вода сухая. Во сколько сухая? В 11. В 11. Ну, надо в 8 уже сидеть на лайбе, а мы только в 8:30 где-то в 9. 8:30 выехали. Так что, ребята, не забудьте, там конкурс идет в группе. Удочка, леска и блесна разыгрывается. Вступайте в группу. Всем пока, до новых встреч. Олег? Всем пока. Руслан Родригес presents.